задание. Находимся в городе Серпухове. Смотрите, вот такой замечательный площадь. Здесь свет, памятник Столыпину. Цветочки. Цветочки, да. Такая вот замечательная площадь здесь. Площадь Ленина. Такая вот шайба. Гостиный двор называется. В самом-самом центре находится. Очень много интересных кафе. Стоял и двор, он там есть, он сзади меня. Трактир, гостиница. Мы идем на Почту России. А, вот здесь вот еще вон сзади меня, видите, замечательные доблестные сотрудники полиции находятся. Магазин красно-белый, Наталья. В общем, если вам что-то нужно сделать, приезжайте сюда, на площадь Ленина. Гуляем. Да. Магазин красно-белый. Побежали. Побежали. Что у тебя такое? Покажи. Бумажка маленькая. Бумажка? Что это? А, Почта России. Здорово. Пойдем. Да. Поедем. Не самая плохая гостиница, друзья, в городе. Прям вот очень хорошая. Постоялый двор. Гостиный двор. Гостиница 3 звезды. Достаточно неплохие номера. Вот очень вкусный трактир вот здесь вот. Неплохо кормят. Красивый город. Нравится тебе? Да. Так, а это у нас дворец культуры. Детская, юношеская, музыкальная, драматургическая, театральная студия «Абсурд». Вот такой вот домик рядышком стоит. Вот она. Площадь Ленина и гостиный двор посередине. Тихо, спокойно. Но мы идем к машине. А? Привет! Привет и пока. В общем, понравилось это видео, подписываемся, ставим лайки. И привет от Столыпина.